вот вашему вниманию представляется два эскиза, скажем так. Один эскиз в чертеже, в таком в разноцветном, другой более объемный, чтобы было видно. И поэтому здесь представлена поликлиника. Площадка, мы уже, план межевания завершен. И на сегодняшний день, то есть план межевания того, пересечение энтузиастов Попова, вот здесь, может быть, больше видно энтузиастов Попова, вот этот треугольник, то есть вот он треугольник, который находится сейчас здесь. Здесь будет в ближайшем будущем новая поликлиника в индустриальном районе. Квартал 2033 или по-другому Дружный. Только в этом еще не полностью заселенном микрорайоне проживает около 9 тысяч человек. В целом же в индустриальном районе численность населения перевалила уже за 200 тысяч. При такой плотности получать быстро качественную медицинскую помощь становится все сложнее. Из-за перегруженности в поликлиниках района очереди к специалистам сложно записаться. Получается, как говорится, кто где, кто в 14, кто в 9. То есть на самом деле очень большая часть уходит и в частные поликлиники. Ну, опять же, понимаете, это определенные затраты на бюджет семьи. От этого надо уходить, и медицина, наше государство, она ничем не хуже. Только в 9-ю взрослую поликлинику, которая располагается на первых этажах 6 помещений, ежедневно обращается в среднем 2300 человек. Это в 2 раза больше нормы. Действующее медучреждение не отвечает также современным строительным и санитарным требованиям. Проблему должна снять новая поликлиника. Для нее выделен земельный участок по адресу Попова, 128. На этой площадке планируется новое основное здание поликлиники, которая будет обслуживать население индустриального района, естественно, да. Мы планируем там расширение количества участковых участков, потому что район, который мы сейчас здесь видим, это новый район. За счет этого района мы прирастем на 6-7 участков терапевтических. В новой поликлинике расширят также параклиническую, диагностическую и гинекологическую службы, усилят отделение рентгена. Так пациентам будущей 9-й и уже строящейся 14-й поликлиник доступна будет компьютерная томография, такие обследования внутренних органов, как бронхо и колоноскопия. Наша задача в этом году приступить к проектно-сметной документации, 23-й посвятить полностью весь год получение положительного заключения госэкспертизы, и с 24 года 2 года нам построить новую поликлинику. По прогнозам, новая 9-я поликлиника будет обслуживать около 100 тысяч пациентов. И вместе с 14-й, которую должны открыть в конце следующего года, проблему доступности медпомощи планируют полностью закрыть. Для ее решения готовят и кадры. Ждут выпускников медуниверситета, что обучаются по целевым программам, и медиков из района. Будущим специалистам готовы выделять даже служебное жилье. Под него отведут помещения жилых многоэтажек, которые освободятся после открытия новой 14-й поликлиники. Во времена Советского Союза эта практика была достаточно активная, то сейчас очень мало медицинских учреждений, а поликлиники ни одна не имеет служебного жилья. Мы вынесли это как инициативу, сейчас это рассматривается, обсчитывается, соответственно, сколько на это необходимо будет потратить средств. По федеральной программе модернизации первичного звена в здравоохранении планируют построить поликлинику и на Змеиногорском тракте. Что касается инфраструктуры микрорайона Дружный, она включает в себя сразу несколько социальных объектов. Мы достраиваем, и недавно с вами были где? На детском садике, куда планируем уже в ноябре месяце привести наших ребятишек, 500 000 000. Город имеет сегодня проектно-сметную документацию на школу. Тут уникальная школа для города Барнаула, это 1100 мест. Сейчас правительство Алтайского края и город Барнаул, и федеральные программы продумывают о том, как обеспечить источник финансирования на строительство школы. И вот миллиардная поликлиника. На круг почти 3 миллиарда денежных средств, и может быть больше, только социальная база солидного серьезного квартала. На строительство только 9-й поликлиники направят порядка 1,5 миллиардов рублей. Елена Макаренко, Дмитрий Денисов. День с толком.